всему свету. Вы раздайте. С этим не поздоровалась. Привет. Песню эту. И дожди грибных. Серебряные нити. Ну чё, Харита, пошли? Пошли. Пошли. Хвостом машет и не встает. Харита, пошли. Пошли, говорю, вставай. Вставай, давай. Да подожди, не тащи, Харита. Пошли. Да-да-да-да-да-да-да-да. Пошли, 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 пошли. Спускайся. Юля сейчас придет, пошли. Да блин. Идем. Она без нее идти не хочет. Какая ты все-таки Харита. Я хочу тебя на свежий воздух вывести. Сидишь в доме целый день. Посмотрела? Что там? Ничего. Идем, идем, идем. Идем, идем. Спускайся. Фух. Да-д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 а. Ну идем, Хора. Нет, это не наша дверь. Пойдем. Как мы с тобой гуляли ночью, помнишь? Вчера. О, сейчас потащила. Подожди, теперь потихоньку. У меня ж не четыре ноги, как у тебя. Идем. О, тут я грохнулась, помните? Не знаю, там поломанная ступенька. Вон там. У меня туда влетела в нее нога, в эту дырку. Я тут свалилась, и тут об этот, видно, ударилась головой. И у меня началось просветление. Иди сюда, Хора, иди. Тут и на лавочке не посидишь. Они все какие-то заснеженные. Я свою-то подметаю каждый день возле моего дома. А тут никто и не подметает. А там вон какая-то это есть. Иди сюда, Хора, пошли. Пошли. Там какая-то есть хламида. Если в ней нет клопов, то можно положить и на ней посидеть. Нет, тут бабушки вон повытирали. Хорошо, когда много пеньков в лесу. А, с этой лавочки и не встать. Она такая низкая. Ай, красота. Харита, я тебя вывела. Нет, это не твой корм, то кошечек. Нельзя. Нельзя. Стой. Стой, Хора. Стой, сделай поменьше. Вот, другое дело. Нет, корм нельзя, то кошечкам облизывается. Ты посмотри на нее. Сидеть, ждать Юлю. Ждать. Иди сюда. Ждать. Хорита. Давайте хоть поздороваюсь. В этом видео даже не здоровалась. Привет, мои любимые. Сижу на лавочке. Не подстилала вот эту фигню, которая там на спинке. Лавочки. Сижу. И не жужжу. Она все хвостом машет и смотрит на корм. Там для кошечек кто-то положил корм. Она облизывается и глаз с него не сводит. Небо, конечно, сегодня шикардос. Очень красиво. О, небо, небо. Вообще-то то про море. Да. И Харита запела. Гав-гав. Гав-гав. Какой у тебя бархатный лай. Красивый. Ой, красота. Красота. Харита, я рыбки нажарила. Дома дам тебе кусочек попробовать. Хочешь рыбки? Кушать. Кушать. Хочешь кушать? Или Юлька тебя кормила? М? Харита! Да, погавкай, погавкай. Молодец, погавкай. Погавкай нам, мальчик. Погавкай.
Нельзя. Все. Все. Кто там? Юля. Юля идет. Как она Юлю любит. Ждать. Сейчас Юля купит хлебушек и придет. Ждать. Хорита ждет. Ждать. Пошла Юля. Сейчас придет. Сейчас. Ой, ушла. Ой, какой ужас. Ушла. Сейчас придет. Подожди. Ждать. Ждать. Молодец, молодец. Ждать. А Юля еще идет поворачиваться. Да, если тебя... Обижают тебя, Собачка. Собачка маленькая. Здрасте, а вы сюда, да? А я думала, туда идете, мимо. О, красивая какая собачка, да, Хора? Нравится? И мне нравится красивая собачка. Какая собачка красивая. Какая собачка красивая. Да, Хорита? Да. Да. Иди сюда, маленький. Иди. Ждать. Нельзя корм кошачий. Это не твой. Хоть на улице погавкаешь. Растрясем немножко этот Новгород. А тут рядом. Тишина. Да, да, я знаю, что ты хочешь корм. Хоть попробовать одним зубочком. Одним зубочком попробовать. Бедная собачка. Не кормленная. Не пойная. Бежала через мосточек. Схватила кленовый листочек. Да, Хорита? Не ела, не пила. На улице не гуляй. Залазь ко мне на лавочку. Хочешь, залазь. Хорита, нельзя корм. Нельзя, это не твой. Это кошечки. Где Кися? Кс-кс-кс. Где Кися? Кися! Кисуня! Где Кисуня? Хора. Хора! Нет, это не Кисуня. Где Кисуня? Где Кисуня? Нет, это тоже не Кисуня, это мальчик. Где Кисуня? Ой, Юля ушла. Где Юля? Юля! Юля! Где Юля? Посмотри внимательно. Где Юля? Сейчас придет. Хорита, тебе больше корм нужен или Юля? Признавайся. Ну-ка. Ну-ка, признавайся. Ну-ка. Ждать. Сидеть. Молодец, молодец, Хориточка. Молодец, девочка. О, Юля ушла. Она заставила нас на морозе. Не гавкай, ребенка напугаешь. Ты чего? Ой. Начала гавкать, а потом что-то ей лениво стало. Да-да-да. Какая красота. Нельзя корм. Хора. Вообще. Сказка. Да и только. Иди сюда. Сидеть. Сидеть. Дай женщине пройти. Сядь. Сядь. Хора, сядь. Ждать. Хора, ждать. Что ж ты такая упертая? Ждать. 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 Да, ждать. Она сядет на секунду и опять встает. Хотела сфотографировать поближе. Она мне не дает, вырывается. Вот, зараза. Да что ж такое? Ждать. Рита, вот такое видео у нас. Ждать, сидеть. Сидеть, ждать. Сидеть. Сидеть, Хора. Сидеть. Сидеть. Я примотаю вообще. Вообще не могу снимать с ней. Все, примотала. Козлина. Что ты там сожрала уже? Выкини. 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 Нельзя. Дай. 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 Что там у тебя?
Выкини, Хора, фу. Да блин. Выкини, сказала. Выкини. Выкини, что там у тебя во рту, покажи. Непонятно, какую-то фигню взяла. То ли деревяшка, то ли пластик, то ли косточка. А, макаронина. Пипец. Вот такое у нас голодное животное. Несчастное, некормленное, непоенное. Ты что на меня прыгаешь? Плохая девочка. Жрешь всякую гадость. Нельзя, нельзя. Небушка, правда, шикарная, как в этом. В игрушке Готика. Помните, я вам рассказывала? Не знаю, когда. Может, год назад, как я играла в игрушку в Москве, в Готику. Там вот такое было небо похожее. Вот как там на закате. Ты чё воешь? А? Хора? Чё воешь?